Заплати налоги и спи спокойно. Но не все следуют этому правилу. Предприниматели Химок задолжали областному бюджету почти 600 миллионов рублей. Чтобы вернуть деньги, в городской администрации провели заседание специальной комиссии. Пригласили почти сотню организаций. Их представители отчитались о сроках платежей, заодно поделились трудностями. Так, несвоевременная оплата приводит к блокировке счета, а это мешает получать деньги от клиентов. Представители налогового и финансового управления разобрали каждый случай и дали рекомендации. Мы провели 5 межведомственных комиссий, и в бюджет консолидированной Московской области заплатили 225 миллионов рублей, в том числе 110 миллионов в бюджет городского округа. Учитывая, сколько у нас стоит целей и задачи, конечно, нам это очень важно, тем более огромные суммы. Люди, да, реагируют на эту комиссию. Такая мера взыскания задолженности работает. Получив приглашение, многие приносят платежки сразу. Так, на этой неделе еще до заседания комиссии удалось вернуть 25 миллионов рублей. Остальных предпринимателей ждут повторные встречи с властями округа.